Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов побывал с визитом в Звенигороде. Историко-архитектурный и художественный музей, расположенный на территории Савино-Старожевского монастыря, стал одним из мест посещения. Знаменитые Царицыны палаты – уникальный объект культуры. Здесь восстановлены быт, обстановка, убранство комнат знатной женщины, которая навещала монастырь. Это помещение мы называем трапезным, поскольку здесь говорим о традициях питания, питья. Здесь у нас очень востребованная программа. Директор музея Галина Стоенко показала также выставочные экспозиции. Среди экспонатов – иконы 18-19 веков, переданные музею фондом Андрея Первозванного в рамках совместного проекта. Главе округа также представили проект реставрации Звенигородского манежа. Этот объект культурного наследия 19 века не используется с 2003 года. Тогда же был отключен от коммуникаций. Здание передали музею в 2007, но с тех пор в отсутствие финансирования оно постепенно приходило в упадок. И только с этого года началось возрождение манежа. Подрядчики уже приступили к ремонтным работам. Это будет тоже музей, два выставочных зала. И один зал будет посвящен истории уездного города. А во втором зале есть пока там небольшой секрет, рассказывать о нем не буду, но это будет выставочный зал для картин, которые принадлежат известным художникам, которые хранятся в наших больших музеях центральных города Москвы и Санкт-Петербурга. По словам главы муниципалитета, реставрацию манежа завершат до ноября следующего года. Это будет современный музейный комплекс, одно из мест притяжения на туристическом маршруте «Манеж-городок-монастырь». Андрей Иванов также принял участие в праздничном богослужении в день памяти преподобного Савы Старожевского. Здесь, конечно, много что можно взять за основу, как пример, как тот образец правления, когда и светская власть, и духовная власть рука об руку создают вот такие уникальные объекты. Почему они тогда, в 1398 году, строили не только Савино-Старожевский монастырь и город, они создавали уникальный духовный, православный, культурный и политический центр. Влада Шишова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово». Смертью сыпал в раны.